НБУ скасує валютні обмеження після зниження спекулятивного попиту. Про це заявив заступник голови Нацбанку України Олександр Пісарук. Він також зазначив, задля стабілізації курсу нацвалюти регулятор має поєднувати адміністративні та ринкові заходи. Особливо на тлі скорочення економіки, падіння валютних надходжень та негативних очікувань у суспільстві. У нас у гостях Віталій Шапран, головний фінансовий аналітик рейтингового агентства. З ним ми поговоримо про ситуацію на валютному ринку в Україні. Вітаю вас, пане Віталію. Пропоную спочатку розібратися, що таке спекулятивний попит, звідки він береться, на що впливає і які має наслідки. Ну, это определение такое учебное, да, там всю бульхины. Кого считать спекулянтами, да? Бабушку, которая захотела часть пенсии перевести в доллары, вкладчика крупного, который свои там миллион гривен захотел из банка перевести в доллары. Вот, предприятия, которые, видя, что ситуация в стране нестабильна, стараются не спешить возвращать валютную выручку из-за рубежа, оставляя ее своим партнерам на хранение и так далее, используя разные схемы. Поэтому, ну, скажем так, я могу только посочувствовать в этой ситуации Национальному банку, потому что он является конечным получателем того давления на рынок, которое сегодня идет в целом на всю украинскую экономику. Вот, конечно, население впечатлила девальвация, которая состоялась, то есть, ну, грубо говоря, там на 70-80% с начала года. Никто не ожидал такого развития событий, я думаю, и с аналитиков в том числе, потому что, ну, прогнозы были о том, что курс остановится в районе 10-11, вы знаете, индикаторы, которые публиковало Министерство финансов, в том числе, они верили в свои прогнозы, они рассчитывали государственный бюджет, ну, теперь они все это сейчас пересматривают. Вот. Второй аспект проблемы – это то, что как при таких ценах на доллары, каким будет цена на дорогой российский газ, потому что энергоносители, газ, нефть, нефтепродукты, вот, ну, конечно, эта ситуация, она неприятная для экономики, и даже в фонде, в меморандуме, ну, с МВФ, то есть специалисты фонда неоднократно заявляли о том, что предельный курс это 13. Минфин наш надеялся, насколько я помню, в районе 12-12.50, вот, то есть их тоже этот курс был устраивал. Вот. То, что выше этого, действительно, это похоже на спекулятивный спрос. То есть это, я бы назвал это даже не спекулятивным спросом, а, наверное, кризисом недоверия к монетарной системе украинской. Вот. Частично я могу сказать, что факторов здесь было очень много. Да, повлияла война объективно, да, то есть многие регионы, ну, у нас есть в портфеле крупные банки-клиенты, мы общаемся, и они нам сообщают о том, что есть факторы риска, когда приходят люди из проблемных регионов, забирают депозиты, на уговаривание не действуют, потому что они говорят, что нам просто жить не за что, то есть нам кушать хочется, и мы забираем свои сбережения и просто их проедаем. И много таких людей? Я думаю, что в регионе зона антитеррористической операции таких людей, я думаю, что очень много. И отток депозитов по этим регионам, он существенный. Конечно, сейчас он может сдерживаться искусственно тем, что не все банки торопятся возвращать депозиты. И так, как было в Крыму, что часть вкладчиков так и не получила свои деньги назад. Вот. Но это, к сожалению, тоже это вот разбалтывает как раз доверие к системе, когда ваш родственник в Донецке не может забрать деньги в банке, в котором вы обслуживаетесь, и он в Киеве, на остальной территории Украины работает отлично. Вот, то вам становится не по себе. Вы тоже бежите, забираете деньги или там, уменьшаете объемы депозитов. Вот, то есть война влияет, негативно влияет. И я думаю, что если летом это было еще вот в июле, до июля месяца, это было не определяющий фактор, а просто раздражитель для внешних кредиторов, то сейчас это один из факторов, который надо принимать во внимание. Второй фактор подрыва доверия к системе – это поведение Национального банка вот периода после Майдана. То есть, когда в крупные банки была введена временная администрация, когда эти банки впоследствии были ликвидированы, и вот большое число вкладчиков, потерявшие деньги или оказавшиеся в ситуации, когда они ждут получения выплат от фонда гарантирования, но при этом они видят, как уменьшается их сбережение в иностранной валюте, они ничего не могут сделать, они, ну, естественно, подорвали доверие. И сейчас вот нам не нравится риторика некоторых
чиновников Национального банка, которые вот выходят и говорят, а мы знаем, есть еще там 3 банка, которых мы ведем временную администрацию, потому что они отмывали деньги. А мы знаем еще там банки проблемные, в которые мы будем вводить с рынка. То есть такая риторика, понимаете, это хороша для корпоративного бизнеса, где сидят умные дяди и тети, которые понимают, в какой банк будет введена, в какой нет, которые разбираются в финансах. Когда речь идет о населении, то, ну, как можно назвать такие действия? Население воспринимает эту информацию от регулятора, как будто завтра в его банк ведут, да, то есть это идет, наоборот, не успокоение ситуации, а ее нагнетание. Поэтому вот большая доля после того, как отгремели политические баталии, да, то есть ликвидировали тех, кого хотели ликвидировать, или тех, кто сбежал, тех ликвидировали, да, то есть, ну, почему-то не захотели национализировать. То есть сейчас мы видим, что они работают в основном с мелкими банками, и временно администрацию вводят в мелкие банки, и сейчас у них немножко начинает меняться риторика. Ну, я имею в виду только высшего управленческого звена Нацбанка, которые начинают говорить уже о национализации, о том, что им разрешено крупные банки национализировать, комментируют результаты стресс-тестов. То есть постепенно ситуация входит в общее русло, но, понимаете, доверие потерять легко, его можно потерять за один день, а восстанавливать его... Ну, однако гривня відносно стабілізувалася після падіння майже до 15, до рівня 15 за долар. І в цьому заслуга Нацбанку або є інші причини? Ну, понимаете, курс, он же двигался по спекулятивным ожиданиям. Заслуга Нацбанка девальвации гривны в первом полугодии состоит только в том, что они наращивали монетарную базу. То есть, если вы посмотрите динамику, монетарная база выросла больше, чем на 20%, при падении ВВП примерно на 5%. То есть, и падение промпроизводства. То есть, получается, у нас объемы товаров и услуг, вырабатываемые внутри экономики Украины, они у нас снизились, а объем денежной массы увеличился. Ну, конечно, нам и фонд отложил транш летом, да, то есть и сейчас тоже не совсем все хорошо с траншами, то есть их пытаются объединиться, но они ведут сейчас переговоры, украинские власти ведут сейчас переговоры для того, чтобы все же получить эти транши. Насколько я понимаю, вот судьба этих траншей будет решаться в ноябре, когда здесь будет работать миссия, и в принципе это правильно с политической точки зрения, то есть придут выборы, будет сформировано новое или старое правительство, ну или старое продлит свои полномочия, то есть это уже будет зависеть от результатов выборов, да. Вот. Будет правительство, с которым можно будет разговаривать в ближайшие там, ну, 5 лет, да, Рада у нас там 5 лет, да, выбирается. Вот. То есть, в принципе, идея фонда сама и их риторика публичная показывают, что они не отказываются поддерживать Украину. Вот. И поэтому сама Украина по себе для фонда сейчас является вызовом своего рода, потому что одна из целей программы Standby – это макроэкономическая стабилизация. Но мы ее здесь не наблюдаем в Украине. То есть рецепты фонда, начиная вот с весны 2014 года, они в Украине потерпели полное фиаско на сегодняшний день. И фонду надо с этим что-то делать, потому что это не только там, лишние 20 миллиардов долларов, которые сюда выделили, да, а это еще и репутация фонда в глобальном масштабе. Вот. И списать все на войну, ну, невозможно. То есть надо признать, что они ожидали, что девальвация приведет к большему росту экспорта, а этого не произошло. А что будет с гривной после выборов? Если можно коротко, у нас мало часа. Ну, я думаю, что если будет правительство, которое заслужит доверие международных организаций, фонда и Мирового банка, то есть наших на сегодняшний день основных наших внешних кредиторов, и при этом президент или правительство, или другая ведь власть ухитрится каким-то образом нормализовать отношения с Российской Федерацией, то гривна сейчас очень недооценена. Я думаю, что можно будет ожидать медленной револьвации и прихода к тем мечтательным курсам начала 2014 года, там 12 гривен, которые Минфин планировал, вот, расписывая бюджет на этот год. Но, понимаете, гарантировать эти прогнозы сейчас невозможно, потому что все равно в стране идет война. Ну що ж, будемо сподіватися на хороше. Я вам дякую за цікаву розмову. Про ситуацію на валютному ринку в Україні ми говорили сьогодні з Віталієм Шапраном. Залишайтесь першим діловим. Хай щастить!